Всем привет! С вами Вольфрам, первый ярославский видеоблогер. Продается, значит, вот такая тушенка, да, мясо кабана особое с можжевельником. Это в Светофоре. Вот, появился такой продукт. Так, что по составу? У нас состав: мясо кабана, свинина, жир свиной, вода питьевая, ягода можжевельника, соль поваренная, пищевая, лук репчатый, сушеный перец, черный лист. Нет, перец черный молотый. А какой лист? Чуть непонятно. Так. Перец. А, гранулированный. Чеснок сушеный, гранулированный, лист лавровый, сухой. Желатин. А, вот. Так написано тут все. Ну, шрифт нормальный. Все, давайте откроем. Посмотрим, что хоть. За тушенка. Одно желе вообще. Офигеть. Как бы тебя подковырнуть-то? Ну-ка. Крышка ушла туда. Опа-на. Что там такое, это интересно. На, попробуй. Желатин, да, ощущается вообще. Ощущается вкус перца. И вообще тушенка похожа, это больше на ветчину, наверное. Наверное, на ветчину похоже. Чуть-чуть пересоленая. Чуть-чуть так ощущается соль. Переизбыток ее. А так, в принципе. Ну-ка. Вполне нормально. Можно и в поход взять. Хлебом поесть, перекусить. А то снимают там всякое такое дело, что один там снял, ее даже в унитаз смыл. Типа, какая невкусная тушенка. Неплохая, вполне возможно, вот ее есть, вполне. И стоит она 120 рублей. А с вами был Вольфрам. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. И дальше будет интереснее.